Бриана отправились искать эту коробку Дебок. Это кукла Вуду на дьявола? Настя, сопротивляйся! Старайся сопротивляться, Настя! Настя! Что творим? Про меня зовут Саркеон, если бро срал уже просто, срал уже переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде. Самый сильный бандит на ютубе, между прочим, бандит. Эй, бро, в это время супербанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде. Бандит самый лучший бандит на ютубе просто. Эй, бро, как ты понимаешь, сегодня у нас вообще непростое видео. Как видишь, бандит, у меня есть это. И ты не поверишь, что это такое. Но это карта сокровищ. И непростых сокровищ, а карта, где я могу найти сундук Дебок. В прошлом видео, где я уже открывал одну из коробок Дебок, я сказал, что если это видео будет 30 тысяч лайков, то я куплю сам карту в Даркнете и сам отправлюсь на поиски той самой коробки. К сожалению, банда, вы не набрали те самые лайки, но мне было очень интересно, ли я смогу найти что-то по этой карте. Именно поэтому я купил карту за несколько биткоинов. Прямо сейчас на ваших же глазах я впервые открою эту карту. Я сам не знаю, что там, банда. Окей, банда, надеюсь, вы готовы, но вот так вот выглядит эта карта. Просто посмотрите на нее. Я вижу, банда, что у нас здесь посередине идет какая-то дорога, потом она обрывается, мы видим какую-то лес, да? Сверху написано... Чёрт, банда, видите, что сверху написано? Poland. Польша. Блин, да надо было купить карту в Даркнете, чтобы потом в Польшу ехать и искать сокровища. Просто жесть, банда. Но тем не менее, банда, у нас уже нету выбора, мы купили эту карту. Поэтому мы отправляемся в Польшу на поиски Дебок коробки. Ты еще понимаешь, то, что в этой коробке призрак. И с нами может произойти все, что угодно. Но банда, прям не очень-то хочется ехать. Но тем не менее, банда, ради вас, ради того, чтобы вам показать, как же все это делается, мы отправимся вместе с Настей на поиски Дебок коробки по карте из Даркнета. Погнали, банда! Окей, бандит, ты знаешь, что перед чем я отправлюсь по коробку Дебок вместе с Настей, бандит? Давай наберем на этом видео 10 тысяч лайков. И супер, банда, мы самая сильная банда на ютубе, а значит, что правильно. Нам нужно подтверждать на статус самой сильной банды на ютубе, а значит, нам должно быть самое большое количество лайков. Именно поэтому, бандит, опускайся ниже, остался царский лайк. Я только жду твой лайк, бандит. А тем временем, банда, мы отправляемся на поиски коробки Дебок. Дневник Сергея Аниса. Порой мне кажется, что все заходит слишком далеко. Йоу, я прикалываюсь, банда, мы уже на половине пути к нашей коробке Дебок. В общем-то, как видите, мы немного разбили лагерь, но мы уже на середине. Я очень надеюсь, что мы реально на середине. Пойдемте, сейчас вам покажу карту. Окей, супербанда, это просто жесть. Мы реально отправились искать эту коробку Дебок. Как видите, банда, мы даже нашли палатку, чтобы мне переночевать. Это просто жесть. Не знаю, сколько нам еще идти, но на карте показано, что мы уже прошли чуть больше половины. Настя, покажи карту. Окей, банда, сейчас Настя вам покажет карту. Ну еще я узнал пару новых фактов о коробке Дебок. Тот призрак, который вылезает из коробки, тот демон, он может вселиться в слабого из нас. Получается, и либо в меня, либо в нас. Я не знаю, кто из нас слабше. Ну что, что там с картой? Здесь ничего нет. В смысле ничего нет? Ну сам посмотри, ничего вообще нет. О, черт. Я вижу. Как это? О, черт. Мы на месте, супербанда. Коробка Дебок где-то здесь. Вы не поверите, вы же видели дома карту. С ней было все нормально. Были нарисованы ходы. А теперь только это. Коробка где-то здесь. Нужно найти только ориентир. Ты готова? О, господи, мне страшно. Окей, супербанда. Где-то здесь нужно найти ориентир. Я не знаю, где он здесь. Настя, ты что-то видишь? Полностью нет. Темно. Как ты думаешь, как же будет выглядеть ориентир? Я не знаю. Как-то необычно, не знаю. Окей, банда, это реально жесть. Мы уже днем все здесь обходили, мы реально не ходили, никакой ориентир. О, черт! Блин, это дровняка. Я, кажется, понял, что ориентир — это этот костер. Как говорится, коробка Дебок — это мистика. То есть получается, что еще заранее знали, что мы сюда придем. И еще заранее они знали, что мы здесь оставим костер. Это и должен быть наш ориентир. Это просто жесть, супербанда. Насколько иногда мистика заходит далеко. Нужно выкопать теперь здесь яму и найти эту коробку. Что ж, супербанда, мы готовы копать. Пришло время найти эту коробку. Ведь мы здесь только ради нее. Ничего нету. Это странно, банда, что именно костер оказался нашим ориентиром. Как ни странно, но мальфары знали, что мы сюда придем, и они поставили этот ориентир. Слышишь? Да. Там что-то есть. Да. Да ладно, костер реально был ориентиром. Здесь реально что-то твердое. Что-то вижу, смотри, смотри, что это? Это проволока. Можно доставать. Это коробка Дебок. Ты видишь это, Настя? Да. Мы смогли. Это реально коробка Дебок. Это просто жесть, вы посмотрите на это. Мы реально смогли ее найти. Она реально запечатана. Господи, у меня прямо это сейчас не укладывается в голове. Это просто было невозможно, то, что мы сейчас сделали, банда. Давайте ее, наверное, сейчас заберем в палатку и уже там ее откроем. Это здесь очень опасно. Окей, банда, погнали в палатку. Окей, банда, это просто жесть. Мы реально смогли найти коробку Дебок. Посмотрите, она чуть больше, чем простая коробка. И, по-моему, здесь еще не такой сильный воск, как раньше. Окей, банда, пришло время открыть эту коробку. Вот этот замок из проволоки, я не знаю, как он здесь сдерживал духом, но похоже, он как-то сдерживал. Хотя, знаете, прошлый замок был намного легче открыть, чем этот. Окей. Я, кажется, сломал систему, банда. Я думаю, мальфары точно не рассчитывали, что это так будет открывать. Окей, тем не менее, вот так вот. А, черт, это не слазит.
Блин, все-таки это придется разматывать, банда, это просто жесть. Я смог открыть коробку. Вы не представляете, какие у меня сейчас впечатления, просто банда. Я очень рад, что мы ее нашли. Но тем временем мне очень страшно, потому что в этой коробке призрак. Самый настоящий демон. Пришло время открывать эту коробку, дебок. Итак, банда, вы готовы? Потому что я так себе. Просто очень страшно. Я открываю коробку, дебок. Идите. Не могу ее открыть. Она, кажется, застыла, хотя здесь не так много воска. Черт, что вообще делать? Я не могу ее открыть, честно, смотрите. Не могу ее тупо открыть. А, давай же. Черт, банда, просто не получается. Окей, банда, я пробую сейчас на всю силу. Окей. Есть, получается. Что с тобой, Сереж? Ты чего, Сереж? Что случилось, Сережа? Я только открыл, как будто я бы попал на легкие прямо. Я не смог ничего даже сказать, просто закашлялся. Черт, это просто жесть. Я готов. Черт, есть. На этот раз это было как-то проще, чем в прошлый раз. Смотри, что это. Ты видишь? Видно? Что это такое? Семен. Это кукла Вуду. Это кукла Вуду на дьявола? Черт, ты видишь это? Да. Я не верю своим глазам. Интересно, она к нему привязана, как ты думаешь? Думаю, да. Реально, очень похожа на дьявола, банда. Это очень хороший артефакт. Что там еще? Я что-то еще вижу. Что это? О, что это? Ты видишь это? Я тебе кто-то поклал сюда кровь из куклы Вуду на дьявола. Получается, можем привязать ту куклу Вуду к дьяволу, это его кровь. А теперь я, конечно, начинаю понимать, как же умер тот Ток. Черт, я понимаю, как умер тот Ток, запечатан в этой коробке. Он продал душу дьяволу, скорее всего, он продал душу дьяволу через контракт, а после чего он хотел шантажировать дьявола, но не успел, потому что дьявол оказался первым, он его уничтожил. О, черт, это просто жесть, банда. Окей, Супрембанда, знаете что? У нас здесь все, чтобы использовать куклу Вуду на дьявола. Давайте на это видео берем 10 тысяч лайков. Супрембанда, это мы уже поставили свой лайк. Ведь за такое, банда, думаю, это не жалко поставить лайк. Еще знаешь, что больше всего странно? Что? Я не слышал еще призрака, которого мы отпустили. Окей, я просто все положу сюда. Ты видел? Да. Что это было? Я боюсь засовывать руки. А что, если это был тот самый призрак или демон, которого мы отпустили? Нужно, наверное, уходить отсюда, то здесь же становится слишком опасно. Пришло время уже уходить отсюда. Мы нашли то, что мы сюда хотели. Пошли, Настя. Пошли. Что это? Черт, это похоже рука и нож. О, господи, Настя, быстрее выходим. Что это такое? О, черт, Настя, что там? Ты это видела? Здесь никого нету. Это значит, Настя. Я не знаю, что это было вообще? Там реально была рука с ножом. Я не знаю, банда, похоже, начал действовать призрак, потому что только что закрылась сама коробка. Дебуг, и вы это видели. И только что какая-то рука скелета. Очень тонкая рука держала нож. Просто же супербанда. Давай, наверное, заночуем уже здесь. Не будем никуда идти, а то это очень опасно. Хорошо, давай. Давай теперь залезать, я прикрою. Вот коробка Дебуга, она все еще с нами, и уже она открывается просто. А здесь кукла Вуду и кровь дьявола похожа. Окей, это просто жесть, Супрембанда. Сереж. Что? Я хочу в туалет. В смысле? Ну, в прямом, я хочу в туалет. Именно сейчас, когда все началось? Ты серьезно? Ну да. Ты шутишь? Нет, я серьезно хочу в туалет. О, черт, тогда давай иди быстрее. Я побуду здесь, я же не буду с тобой идти. О, черт, банда, это просто жесть. Насте вдруг захотелось в туалет. Именно в то время, когда уже начинается мистика. Это очень странно, супербанда. Похоже на реального дьявола, вы только посмотрите на это. Черт, это реально выглядит жутко. О, черт, банда, просто посмотрите. На свету это прям реальная кровь. Что-то Насти давно нету. Настя! 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 Черт, что вообще происходит, банда, вы слышите? Я вообще не слышу Настю. Господи, Настя, ну это уже совсем не смешно. Настя. Настя, ты где? Настя. Все нормально, я здесь. Ой, черт, ты меня напугала. Куда ты ходила? Ну, туда, в туалет. Почему тебя так долго не было? Ну, я вроде бы быстро. Я очень перепугался за тебя. Ну, прости, так получилось. Да ладно, все нормально. А! Ты чего, Сереж? Я не знаю, я как будто что-то ударило в живот. Ты нормально? Да. Видела это? Да, видела. Это больно? Просто жесть. Ну так себе немного. Я не знаю, отсюда уходить уже опасно. И оставаться здесь очень опасно. Сереж, мне как-то плохо. В смысле? В смысле тебе плохо? Что-то плохо. В смысле тебе совсем плохо? Не шути так со мной. Что? Настя, что с тобой? В смысле, Настя? Настя, это не смешно. Настя, пожалуйста, перестань. Настя. О, господи. Настя, нет, пожалуйста, только не говори, что тебе вселится демон. Я не верю, что из нас двоих ты самая слабая. Что? Господи, мне страшно. Настя, сопротивляйся. Старайся сопротивляться, Настя. Ты сможешь, я в тебя верю. Нет, Настя, что с тобой? Черт. Настя, о, черт. Нет. О, господи, банда, вы это видели? Черт, быстрее в палатку. Черт. Супрембанда, вы это видели? Это же просто жесть. О, господи, банда, вы это видели? Настя только что вселился демон, и она куда-то убежала в лес. Господи, это просто жесть. Дебук-коробка, она реально проклята. Черт. Тот призрак, который вышел из дебук-коробки.
коробку, он злится Настю. Только сегодня вам об этом рассказывал. Это просто жесть, у меня банда. Настя, это ты? Как будто что-то слышу. Черт, нужно теперь пойти и найти ее, спасти нужно, банда. Потому что она из-за меня в опасности. Это была моя идея пойти искать коробку Дипбук по карте. Окей, подумай, у меня есть этот хрест. Я его везу с собой. Возможно, здесь мне это поможет хоть как-то от этого демона. И этот хрест, наверное, сейчас промотаю к себе сразу же. Чтобы, если что, Настя не могла на меня наброситься, или же демон не смог меня вселиться. Фу, окей, супер банда. Я готов примазать хрест это сюда, вот так вот сразу же к груди, к душе. Чтобы сюда точно никто не вселился. Господи, банда, у меня прям руки дрожат, я не могу. Черт, я волнуюсь очень сильно. Более банда, что мы сейчас не думаем, этот демон вселился в него прямо здесь. Господи, это просто жесть, банда. Окей, банда, вот так вот. Надеюсь, теперь хоть на немного безопасности. Черт, пришло время идти искать Настю. Господи, меня прям всего колотит изнутри. Так, взять фонарь нужно обязательно. Черт. Настя, черт, Настя, ты здесь? Банда, вот палатка, вот лопата, вот яма, которую я выкопал. Окей, супер, банда, это просто жесть. Я не могу найти Настю, где она вообще? Черт, а, черт! Нет, Настя, что с тобой? О, черт, Настя, Настя! Господи, Настя, я тебя прошу, очнись! Я знаю, ты меня слышишь. Настя, это ты? Что? О, черт, Настя, ты очнулась! Мне прям не верится, ты очнулась! Все нормально, точно? Ты уверена, что демон вышел из тебя? Ладно, я надеюсь, что ты меня не обманываешь, как в прошлый раз. Иди в палатку, там безопаснее за тобой. Настя хотела на меня напасть, ублики демон, это просто жесть, супер банда. Я очень сильно за тебя волновался. Ты реально тебе просто убежала, как настоящий демон на четвереньках, это просто жесть была. Фух. Я не знаю, я ничего не помню, я вроде бы потеряла над собой контроль. Было такое чувство, как будто бы убить хотелось кого-то. Не знаю, и куда-то убежала. О, черт, Настя, то, что ты расскажешь, это просто жесть. Я не помню, но кажется, я убила кролика. О, господи. Вот что делает с людьми демоны. Надеюсь, банда, здесь мы уже хоть на немного безопасности. Я думаю, я могу снять хрест и отдать Настю, что как оказалось, она слабее в нашем коллективе. Это куда-то выкинуть. Погоди. А разве коробка была закрыта так, когда мы уходили? Не знаю. Посмотри. Я бы точно не закрывал ее на эти проволоки. Глянь, господи, банда! Она полностью запечатана, посмотри! Ты видишь это, Настя? Да, я вижу! Я бы тоже так не закрывал, черт! Да, тебе с ней будет намного безопаснее, потому что демон может селиться в тебя. Окей, банда, я вам клянусь, я ее реально закрывал! Я не знаю, кто это закрыл! О, черт, ты просто... Что это было? Фонарь упал. В смысле, как? Не знаю, я не трогала его! О, черт, это просто жесть, Настя! Что вообще происходит? Не знаю. Господи, что делать? Реально призрак очень сильно бушует, тем более, банда, коробка, я ее не закрывал. Поднимай фонарь. Держи. Господи, банда, я не знаю, что делать. Не знаю, еще вернется этот призрак, но это реально очень жестко. Черт, я не знаю, что делать. Сереж. Кровь. Я чувствую. Что делать? Черт, банда, это просто жесть. Нужно отсюда убираться и поскорее. Окей, не знаю, не успеем мы дойти домой, потому что мы кто знает, где мы вообще в другой стране. Черт. Где кукла Буду? В смысле? Черт, это просто жесть. Банда, что вообще происходит? И где делать кукла Буду? Господи, что делать, банда, я не знаю. Господи. Что? Как? Ты видела, и только что здесь не было. Что вообще происходит? Господи, пусть так стоит, чтобы ничего больше не пропадало. Это просто жесть, супербанда. Быстрее забираем куклу и уходим отсюда. Это просто жесть, банда. Быстрее. Черт, банда, это просто жесть. Мы отсюда просто уходим. Это просто жесть, Настя. Господи, я не знаю, что вообще происходит. Банда, нужно отсюда скорее уходить. Это реально очень опасное место. Эй, демон Дипбук, пожалуйста, перестань нас трогать. Черт, банда, уходим, просто уходим. Окей, банда, это просто жесть. Я наконец-то дома, и вот что у меня есть. Господи, банда, кто бы мог подумать, что мы реально идем к Буду на дьявола, и, возможно, даже кровь дьявола. Это просто жесть, супер банда. 10 тысяч лайков, и я исправлю эту куклу Буду, возможно, даже на дьяволе. Окей, бро, знаешь, что не забывай, под комментом просто видео. Господи, как мне шикарно. Просто идеальнейший комментарий, бандит. А если вдруг ты, бро, хочешь по следующем видео, то всего лишь тебе нужно нажать на лайк, колокольчик, и все, бро. Ты в следующем видео. Вот такой вот просто ко мне видео. Лайк, колокол, коммент, и все, бро, ты в следующем видео. Так что давай опускайся ниже, запиши свой комментарий. Бро, не забывай, ты самый шикарный, и оставайся таким же шикарным, бандит. Пока!